От партии «Единая Россия», от Назаровского городского совета мы хотим вас поздравить с наступающим праздником. Спасибо. С великим праздником наступающим. Спасибо большое. И для нас большая честь сегодня доставить по вашей просьбе, когда мы узнали об этом, правда, для нас это большая честь, доставить по вашей просьбе вот эти великолепные, этих героев. Давайте вас кофе напою. Нет, мы сейчас просто поцелуемся. Спасибо вам большое. Мне хочется сказать вам огромное спасибо за память, которую вы сохраняете, за ту память, которую нам не даете забыть о них. Здоровья вам. Спасибо вам. Простите и всего самого хорошего. Нет, это хорошие слезы. Это хорошие слезы. Это великий праздник, но он со слезами на глазах. Мы хотим вам вернуть удостоверение. Да, и ну, это реликвию, это да. Фотография. Угу. Вот, спасибо вам большое, огромное. Это ваша мама и папа? Да, это моя мама и папа. Похоже на это маму. Здорово. Да, вы очень похожи. Они очень красивые. Расскажите несколько слов буквально о них. Папа воевал в Третий Украинский фронт. Сразу забрали его в 42-м, 18 лет исполнилось, в январе его забрали. Воевал сразу Второй Украинский фронт, а к концу войны же их объединили, первый и второй. Он на Третьем Украинском войну закончил в Австрии, артиллеристом был, награжден медалями. Вот когда рассекретили медаль, этот архив-то, я прошла весь его путь от нашего военкомата. Здорово. И вот где он воевал, вот как бы вот, весь путь его прошла. Ну, это было, конечно. Вот за эту память вам спасибо. Вот эти все медали, вот он награжден. Это. Я вот это все, у меня, конечно, все это есть, но я... А мама труженик тыла, она была маленькая, 12 лет. Ходили в драных носках, а ночью вязали носки на фронт. Собирали посылки, а сами ходили в драных носках. Поэтому наша благодарность этому поколению, поколению победителей. Да, а без них и не было победы бы, без тыла. Конечно. Какой тыл? Сами голодали, отправляли все на фронт.